Мы стараемся изо всех сил. И здесь можно отрегулировать температуру. Я постараюсь сделать все хорошо. Всем привет! Это день Еджи. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы на ферме животных. Здесь у нас павлин. Я тигрица. Ладно, тигрица. А это? Страус. Здесь мы будем снимать рэп-партию «Дала-дала». Про эту партию можно сказать, что она убийственная часть песни. Это моя жизнь, и мне плевать, я проживу ее как хочу. Мы выглядим круто. Говори уже, что это круто. Снимите каждую из нас. Пора начинать. Поехали. Думаю, эта сцена очень подходит Чирён. Я видел ее на мониторе, и она нереально милая. Я следующая, и мне нужно будет выглядеть круто. Я будто в фильме снимаюсь. Это моя сольная локация для съемок. Я как будто собираюсь сделать что-нибудь плохое. Я пришла в такой одежде с такой прической, что меня пришлось досматривать. Потому что мой образ слишком крутой. И я могу показать себя с разных сторон. Я выгляжу дерзкой. Отлично, снято. Когда мы были трени, мы много тренировались под песни других исполнителей. Но сейчас мы находимся в процессе подготовки собственной музыки. И я невероятно счастлива. Я получила много опыта на этих съемках. И у нас формировался собственный стиль. Мне бы хотелось, чтобы мы сохранили этот стиль танцев. Также я хочу, чтобы люди повторяли наши хореографии. Еджи, как палитра. Внутри меня много цветов. Я хочу быть таким человеком, который каждый раз может показать что-то новое. Я хороша в сильных концептах, но также могу быть милой. Милый концепт для меня тоже не проблема. С вами была Еджи из Идзи. Пока!